Здравствуй, я покажу все найденные мной места с фрагментами руки захват. Первое место от спасательной капсулы находится в направлении носа Авроры, между севером и северо-востоком. Плыть придется больше километра. Запомни, все места, показанные в этом видео, находятся далеко от спасательной капсулы. Тебе нужно ориентироваться только по координатам из этого видео, потому что расположение твоей спасательной капсулы будет отличаться от моей в этом видео. На твоем пути может встретиться жнец, будь внимательнее. На глубине больше 300 метров будет лежать обломок Авроры по таким координатам. Вокруг этого обломка ты можешь найти два фрагмента руки захват. Этого достаточно, чтобы появился чертеж в твоем КПК. Второе место от спасательной капсулы находится тоже в направлении носа Авроры, но чуть дальше, чем первое место. Пользуйся координатами, а не компасом. Координаты всегда точнее. Рядом будет плавать жнец, осторожнее. Вот такой обломок найдешь ты с этими координатами. Внутри обломка Авроры может не быть фрагмента руки захват, а снаружи я нашел только один. Может, тебе повезет, и тут будет лежать два фрагмента. Третье место ищи в направлении двигателя Авроры. В биоме с такими шарами ты увидишь обломок Авроры. Из опасностей будут только стражи. Вот координаты. Заплывай в обломок сверху через вентиляцию. Сразу увидишь первый фрагмент руки захват. Распечатай дверь лазерным резаком и увидишь второй фрагмент. Ну а если распечатаешь еще одну дверь и проплывешь через вентиляцию, ты можешь найти и третий фрагмент руки захват. Четвертое место от спасательной капсулы тоже находится в направлении двигателя Авроры, но в два раза дальше, чем третье. В биоме с круглыми шарами увидишь обломок Авроры. Координаты на экране. Открывай дверь, и внутри будет один фрагмент руки захват. Возможно, тебе повезет, и их будет два. Пятое и последнее место ищи в другой стороне от Авроры, примерно между юго-западом и западом. В биоме с кровавыми водорослями притаился обломок Авроры с такими координатами. Заплывай через дыру сверху и сразу увидишь первый фрагмент руки захват. Плыви в другую сторону и будет такой коридор. Справа проход. В комнате должен лежать второй фрагмент. Если не повезло найти в одном месте, не отчаивайся и ищи в другом. Все в твоих руках. Удачи в поисках!